Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенка. Добрий вечір. У Білорусі протягується агітаційна кампанія кандидатів у президенти. На гэтым тыдні проходять їх виступлення у телеефіри. Сьогодні на телеканалі «Білорусь-1» заплановано виступлення Тетяни Короткевич. Початок у 19:30. До інших тем. Гомельская область практично готовая до работы в осенне-зимовый период. При этом особливая увага уделена не только обеспечению стабильной работы, але и экономичному выкористанию паливно-энергетичных ресурсов. Как отзначено на сегодняшнем посяджении облвыканкама, отповедная работа в регионе находится под постоянным контролем галиновых и территориальных органов керования. Олег Сенцеров поцікавіўся особливостями сёлетней перед зимовой подрыхтовкой. Таким чином, основные работы по подрыхтовке до чергового осенне-зимового периода на Гомельщине можно лечить завершенными. Неде, правда, еще протягивается замена тепловых сеток, але, как запевняют представники коммунальных служб, до початку отепляльного сезона яны выполнят запланированное у полном объеме. Хоть только модернизации теплотрасс сёлета не обмежевались, и надежность работы электричных сеток повышали, и котельни у порядок приводили, и песчано-соляную сумесь нарыхтовывали. Работы велись на более чем 55 направлениях. Вот. Основные направления, если выделять так, это подготовка жилого фонда, также замена тепловых сетей, ну и модернизация теплоисточников. Сярод запланованных мероприемств на рыхтовце мясцовых видов палива особливая увага. Некіх специальных плантаций для гэтых мэт у Гомельской области нема, але драўніны, якая непригодная для промысловой перапрацовки, хапаем. Запасы паливной дранки, например, зараз на 5% больш запланованного. Дроў увогуле на чвэрць. По великим рахунку, гэта не только дозволит экономить іншыя энергоносьбіты, але и створить своеасаблівую подушку бяспекі на выпадок недахопу того ж природного газу. Как и в минулом году, сёлета на Гомельщине распрацаваны варианты работы господарчего комплекса в умовах максимального снижения поставок у Беларуси энергоносьбитов, але у любым выпадку не спынится теплозабеспечение жилых домов. Для буйных предприемств поставки тепла и электроэнергии могут часово снизить на 15-20%. Предугледжены и максимальные аварийные ситуации, которые могут быть выкликаны природными катаклизмами. С уликом опыту попередних годов, навод повсекали древы, которые находятся побач с линиями электропередач, плюс подрыхтовали пересовные автономные генераторы. Зимой, зразумело, может здарыться всякое, але сёлета на Гомельщине приняли шерых попереджальных мер, как минимизовать все максимальные проблемы, подтверждение чему практически 100% отримание паспортов готовности. На данный момент у нас уже получено 100% паспортов готовности для теплоисточников и порядка 99% для потребителей. Данную работу мы планируем завершить сегодня-завтра, хотя нормативный срок, установленный правительством, это 1 октября. Что касается в разрезе региона, хотелось бы отметить, что Гомельская область занимает лидирующую позицию в данном показателе, хотя получение паспортов готовности ни в коем разе не влияет на качество подготовки к предстоящему отопительному сезону, потому что, скажем так, энергонадзор Гомельской области – один из принципиальных энергонадзоров республики. Олег Сенцеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельском институте радиологии проходит международная конференция по питаниях обеспечения радиационной безопасности и реабилитации забрудженных территорий. Удел у ее принимают специалисты из 13 стран, среди которых Франция, Япония, Норвегия, Ирландия, Чехия, Польша и другие. Тренинг-курс по готовности до ситуации, связанных с ядерными авариями, проходит у Гомеле уже у другий раз. Аналогичное мероприемство у минулым годе отримало высокую оценку специалистов. Теперешний курс был подрыхтован гомельскими науковцами совместно с коллегами из Франции, супрацовниками Центра по вывучению мер до ядерной обороны. А кроме теоретичных лекций, программа знаходжения замежных гостей включает поездки на территории, потерпелые от катастрофы на Чернобыльской АЭС, вывучение практичного опыта по их реабилитации. Мы готовили этот курс уже несколько лет. И идеей нашей было популяризировать те наработки, которые существуют в Беларуси, как у страны, которая в наибольшей степени пострадала от катастрофы, и у французских коллег, у которых имеется колоссальный опыт по теоретическим навыкам, потому что очень развита атомная энергетика. Мы объединили наши усилия, мы объединили наши знания.
У рамках мероприемства национальной программы демографичной безопасности на базе Гомельской городской больницы номер 4 сегодня открыто отделение паллиативной допомоги. Как чекается, первых пациентов тут примут уже на наступном тыдні. Необходимость открытия хосписа обумовлена тем, что у Гомеля и Гомельском районе зараз проживают больше, как 17 тысяч человек, которые пакутают на онкологическое захворювание. А проча того, тут будут примать жыхару региона, якія мають и іншие захворванні. Серед основных задач отделения так само психологічная адаптация родных, навучанне их правилам догляду и организации харчування хворых. Для работы с пациентами хосписа подобраны высококвалифицированный персонал. Пациенты будут находиться у палатах, кожная из яких различена на двух человек. А проча того, на базе отделения открытый процедурный кабинет и кабинет компьютерной рентгенографии, працуя столовая. Головный принцип оказания паллиативной допомоги – усеагульная доступность и бесплатная основа. Сродки, которые спотребились для створения хосписа, выдаткованы из областного и городского бюджета. Из областного бюджета было выделено 1 миллиард 456 миллионов рублей, и из городского бюджета было выделено 800 миллионов белорусских рублей для проведения ремонтных работ и оснащение оборудованием и всем необходимым для того, чтобы открыть это отделение. Интернет-послугой по набытию проездных билетов скористался миллионный пассажир белорусской чыгунки. Им стала студентка Белдзяржуніверсітэта транспорту Алена Платонова. А счастливым оказался билет на тягник Гомель-Магилёў. Сегодня перед его отправлением девчина отримала отповедный сертификат и подарунки. Третьякурсница Белорусского державного университета транспорту Алена Платонова послугами интернету для покупки билетов користается третий год. Як раз с того часу, как стала студенткой, каждые 2-3 тыдні ездит до дому у Могилевскую область. Хотя и находится университет недалеко от вокзала, час марновать все равно шкода. И еще один плюс. Аккаунт на сайте белорусской чыгунки можно завести на батьков, как зробила Алена. Зразумела, что студента у них хапая не только вольного часу, але и лишних грошей. Дарэчы, об своей перамозе доведалася от батьков. Спочатку нават не поверила. Звонит моя мама и говорит: «Доченька, ты знаешь, мне позвонили с Минска и сказали, что твой билет оказался миллионным». Интересно довольно-таки было, неожиданно. У Гомелі проведены основные этап оперативно-профилактичных мероприемств «Арсенал». Только за первые 5 дзён этой акции с нелегального обороту удалось вывести каля 161 одинок огнестрельной зброи. Специалисты уже означили рекордно высокий процент громадян, которые у гэтым месяце доброохотно сдали милиции незарегистрованную зброю и боеприпасы. Систематичность проведения «Арсенала» каждый раз дозволяет все большей колькости людей доведаться про то, что доброохотная сдача зброи не карается законом. У отделе криминалистичных экспертиз зброю уже назапасилось столько, что працы по ее доследованию хопить на несколько тыдней. Как только Вероснёвский арсенал стартовал на территории Гомельской области, люди стали сдавать зброю вельми активно. Сярод винтовок, паляўнічых стрельбов, обрезов и пистолетов сустракались и саморобные экземпляры. Это пистолет Токарева калибра 7,62 мм времен Второй мировой войны. Пистолет был изъят в ходе плана «Арсенал» в одном из районов области. Наша задача – провести баллистическую экспертизу и решить вопрос, пригоден ли он для стрельбы, потому что в его конструкцию внесены, конечно, самодельные изменения. Экспертиза зброи, незалежно от характера яе походжения, проводится в баллистичных лабораториях. И нередко тут вырашается лёс яе уладальников. До прикладу, коли незарегистрованная зброя была конфискована подчас в обыску, а эксперты признали яе придатной, то справа дойдет до суда. Так что лепш поклопотиться об тым, как не трапить у неприемную ситуацию. Спецмероприемство «Арсенал» как раз и дае такую махчимость. Хочу напомнить, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие в органы внутренних дел, освобождаются от ответственности. За 14 по 18 вересня жыхарами Гомельской области было доброохотно сдадено 115 одинок незарегистрованной зброи. С нелегального обороту выведено больше за 2000 боеприпасов и 163 выбуховых речевов. Как поведомляют у Министерства внутренних справ, наступный этап спецмероприемства «Арсенал» запланованы на лютый-соковик 2016 года. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі протягиваются дорожные работы по поширенні улицы Кирова. Участок от скрыжования с улицей Комсомольской до площади Працы закрыты для проезда автотранспорту. Практично по всей должине этого участка старый пласт асфальту уже сняты. Работы ведутся на 1,5-километровом участку дороги. Что день тут працуют каля 50 человек.
После завершения этого этапа реконструкции улица отримает 4 полосы руху по всей протяглости. Это позволит снизить трафик на одной из самых загруженных гомельских улиц – Советской. Одновленный участок планируется сдать до 10 кастрычника. У связи с ремонтными работами у городе означаются певные складанности у дорожным руху. Гомельский молодежный театр сегодня открывает 24-й театральный сезон. Глядачи убачать опошнюю премьеру минулого лета – комедию «Семейный портрет с чужим» по пьесе российского драматурга Степана Лобозерова. Планами на новый сезон коллектив театра поделился на пресс-конференции. Каждый театральный год трупа представляет глядачам 6-7 премьер. Новый сезон не будет выключением. Усих задумок и планов у театра не раскрывают, але ствержают, что, как и заусёды, будет вельми цікаво. Традиционно маленьких гамельчан под Новый год чакает зимовая казка. Новые спектакли на сцене молодежного будут являться каждый квартал. Первую премьеру театралы смогут увидеть на початку листопада. Это будет очень странный спектакль. По жанру определен как фантазия-фарс, называется «Школа Лавеласов», о изменении, там, поменялись местами Лапарелла и Дон Жуан. И вот эта интрига классического сюжета, она там переплетается, тянется до последней секунды, во что же это все вылится. Есть у молодежного театра и гастрольные планы. Поступили запрошения поудельничать у буйных театральных фестивалях на территории Беларуси и России. Отбудутся и обменные гастроли. Есть домовленность с гродинскими и минскими коллегами. До новинок спорту. Приемные поведомления пришли из американского Ричмонда, где зараз проходит чемпионат света по велоспорте на шаши. Белорус Василь Кириенко стал переможцем индивидуальной гонки с раздельным стартом. Для велогонщика зрешится гэты золотый медаль сусветного чемпионата первый у карьеры. Кириенко переодолел дистанцию у 53,5 километры за 1:02:29. И он обогнал уладальника сребра итальянца Андреяна Малоры на 9 секунд. Разом с перемогой белорус отримал и лицензию на удел у Олимпийских гульнях 2016 года у Рио-де-Жанейро. У гонцы примал удел еще один белорус – гамельчанин Константин Сеуцов. Ён финишовал 27-м. И апошнее поведомление. Завтра у 6:30 раницы с выпуску новинок открыется новый региональный телеканал «Беларусь-4 Гомель». Эфир будет вестися на частоте 754 МГц наземного личбового телевизийного вещания 56-го канала у городе Гомелі. Так само канал «Беларусь-4» будет доступен у сетках кабельных операторов усей Гомельской области. Объем вещания 17 годин у сутки. Об первых хвилинах у эфира и про все, что отбывалося за кадром, мы расскажем завтра. Будьте с нами. И на этом наш выпуск завершен. У студии працавала Наталья Ігнатенко. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире.